27-летнего молодого человека с признаками наркотического опьянения автоинспекторы задержали ночью на Сибирском тракте. Honda Civic, которую он управлял, стражи порядка заметили издалека. Машина виляла из стороны в сторону. Что, помимо своего состояния, скрывал задержанный, знает Нафиса Минязова. За что вас задержали? Давайте без комментариев, пожалуйста. Сперва молодой человек старался хранить обет молчания, но затем не сдержался и рассказал, почему на него надели наручники. Я просто права не знаю, права надо было сдать. Ранее вы не лишенный? Нет. Просто не было. Нет, лишенный мне не нужно было право сдать. Вы не сдали права и дальше продолжали управлять, да? Да, да, да. Чисто из-за этого остальные. А лишили за что? За то, что место оставили. Около года назад молодой человек спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия. Его вскоре задержали, лишили водительских прав, но удостоверение он не сдал и продолжал ездить. Сегодня автоинспекторы увидели, как на Сибирском тракте Honda Civic виляет из стороны в сторону. Решив, что водитель пьян, остановили машину, но алкоголем от водителя не пахло. Однако от освидетельствования на наличие наркотических средств в крови он отказался. Будем продавать? Нет. Не будете продавать, да? В больницу согласны проехать в это учреждение на прохождение медицинского состояния в состоянии наркотического опьянения? Не поеду. Не поедете, отказывайтесь. Но проехать со стражами порядка ему все же пришлось. Отказался ехать в больницу, поехали в полицию. За отказ от освидетельствования ему грозит административный арест сроком до 15 суток. Права в этот раз уже точно ему придется сдать и, возможно, срок лишения. Только увеличится. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.